пишу 0-0-3, все. 0-0-3, все, давай, снимай быстрее! Хорошо, молодец. Давай, малына, красавчик. Поехали! Поехали, прошу. 4! Нет, нет, подавай, 3! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня будет ваша самая любимая рубрика под названием «Всегда говори да». Чик-так, расскажи правила этой рубрики, пока я смотрю твой диглоу-рейд. Дорогулечка ты моя, я буду давать тебе задания, которые ты всегда будешь выполнять. Ты всегда должен говорить только «да» на любые мои задания. Если я тебе скажу продать керамбитгот, что ты мне скажешь? Нет. Ты мне скажешь «да», и ты обязан будешь выполнять все мои задания. А, братва, это самый жесткий челлендж, всегда говорю «да». Ну что же, с вас лайк, подписка, а мы начинаем. В рот любишь брать? Да. Ну что, дорогулечка ты моя, ты готов к заданиям, скажи, пожалуйста? Конечно, готов, брат. Задание будет первым максимально легкое. Заходи в главное меню, родулька ты моя. Брат, зашел, если каточка лечащая. Подожди, а почему у тебя никнейм стоит Кента ПК? Ну потому что я Кента ПК, что за глупый вопрос? Ты не Кента ПК, ты... Перхоть и 3 сантиметра у тебя. И ты должен так написать. Ты же стой, я не просто смеешься, ты хочешь написать, что ты перхоть 3 сантиметра? Ну я должен отвечать. Да, конечно хочу, все, пишу. Давай. Смотри, пишу. Пер. Хоть. Перхоть. Вот так, правильно? Не, троечку одну бери. И дальше приставочка во рту. Во рту у тик-така. Повезло, что там не помещается. Все, просто перхоть 3 см. Все, я поменял. Все, я надеюсь, более жестких зданий не будет, правильно? Не, ну, перхоть 3 см во рту, правильно? Ну, я не знаю, я не уточнял. Подожди. Перхоть 3 см во рту? Да, но неизвестно у кого. Неизвестно у кого. Ну, это уже по подписчики сами напишут в комментариях. Так, слушай, мне кажется... Покажи-ка свой инвентарик, ну-ка. Ты же прикалываешься? Ты инвентарь, даже не заикайся. Я нищий, вот смотри. Подожди, а где же твой нож? Вот. А что так ножи, мало лю? Так я говорю, я нищий. И ютубер, ты должен купить еще? Ножика себе, заходи. Что, купить нож? Рандомный нож. Давай, смотри, выберем сейчас вкладку с ножами, рандомный нож покупай. То есть, сейчас первый нож будет, я тот и покупаю? Первый нож. Который будет покупать, давай, первый нож. А если будет киргол? Ну, надо купить. Надо будет задонатить, купить, если у тебя голды не хватает. Ты серьезно? Давай, дорогой, если сейчас будешь тянуть, ты купишь 3 ножа на. Ладно, все, понял. Захожу, давай. Покупай и... 2600, фу! Опа-па! Все, покупай, ну, ладно, правильно? Повезло, конечно, покупай. По закупу, да? По какому закупу покупай, говорю, быстро! Все, тогда выполнил твой задание, купи! Нет, подожди, родной, ты немножко наглеешь. Ты очень долго выполняешь мои задания, за это надо наказать тебя! Еще один нож покупай, бьем! И сейчас быстро не купишь, еще один будешь. То есть, сейчас захожу опять на рынок и опять покупаю. Рандомный нож! Тянет время, еще один должен хочет купить. Да все, покупай! Давай, да ты хочешь купить нож? Чувак, смотри второй! Это чуть гармони не были. Как тебе повезло, трындец, покупай давай. Это была по полной габала, все. Я выполнил твои задания, все. Рубрика окончена, надеюсь. Не, подожди, ты 11 этажей, хочешь слить за 0-3? Ну как сказать, не особо, но да, ладно, хочу. Не, смотри, давай так, смотри, вот у меня есть такая штучка, так, смотри. Я ее в одну из рук положу. Если ты угадаешь, какой она руке, ты можешь слить по фулл прайсу, но если не угадаешь, за 0-0-3, согласен? Да, давай, прячь. Перемещаем, оба. Так. В какой руке? Подожди, вот это, что ближняя ко мне. Вот это, да? Да. Братик, 0-0-3! Пожалуйста, вторую покажи. Ё-моё, мужик! Дай еще один шанс. Давай. Ну, смотри, но ты должен, если ты уберешь шанс, сказать, я Пеппа. Слышишь? Не смей! Я не Пеппа. Ты хочешь сказать, что я Пеппа? Ладно, хочу, я Пеппа, все. Ладно, давай еще раз. Давай. Опа. И... Опа! Блин, мужик, я надеюсь, это рука. Опять это же самое, то же самое. Да ты прикалывайся! Да у тебя не было в руке! У тебя не было в руке, ты меня развел! Да клянусь! Ладно, давай еще раз, последний раз, ты не делаешь. Давай, готов? Давай. Вот эта рука опять. Вот это? Да! Да блин! Да ты надоел, подожди. За 0-0-3, роднулька ты моя. Ты серьезно? Да, ты три раза не...
Слушай, а ты что думал? Подожди, знаешь, давай знаешь, какой нож? Давай знаешь, какой нож? Какой? Давай подороже, подороже. Подороже? Подожди, а я тебе печи должен стоять? То есть у тебя 160 ножей, ты хочешь еще мой несчастный ножичек забрать? Подожди, нет, ты просто рандомайзером слей его, давай. Просто на рандом. Это, это полная габелла. У меня стало 6 колдишек. Давай, подожди, ты очень долго делаешь. Готов? Быстрее, ты хочешь слить тоже? Да хочу, все, пишу 0-0-3, все. 0-0-3, все, давай сливай быстрее. Хорошо, молодец. Давай, малына, красавчик. Тебе смешно, а мне не очень. Ну, слушай, первое задание ты выполнил, поздравляю. А сейчас будет второе, ничего жестче. Готов? Да у меня мешайская нищий. Подожди, ты хочешь выполнить второе задание, алло? Да, конечно, хочу, это же в этом же суть видео. Не забывай, ты всегда говоришь только да. Понял. Ты хочешь выполнить второе задание? Да, да, еще раз. Ты же у нас главный нуб стендоффа, да? Нет, Что? Да, я главный нуб стендоффа, но в прошлом. Но все, прошло. Не, ты сейчас главный нуб стендоффа. Да, ты всегда должен отвечать да. Это вопрос с подставой. И сейчас главный нуб стендоффа из-за того, что у тебя так много голды, 6 тысяч. Я думаю, ну, как много. Квартиру сейчас куплю на нее. Мы сейчас позовем подписчика, и ты дашь ему столько голды и скинов, сколько он захочет. Если он захочет тебе, чтобы ты ему отдал весь свой инвентарь, ты должен будешь отдать. Реально? Да, ты хочешь выполнить это задание? Да, то есть я сейчас захожу в Дискорд, в рандомный канал и говорю подписчику. Ладно, окей, тогда давай. О, я как раз вижу, тут сидит какой-то чел незамеченный. Сейчас зайду к нему. Алло, алло, привет, брат, ты мой подписчик? Да. Опа, чел в шоке, чел в шоке. Брат, короче, смотри, сейчас не спрашивай много лишних вопросов. Смотри, братишка, тебе нужна материальная помощь в виде голдишки? Конечно. Опа. Давай так, бро, назови сейчас вот сколько тебе надо, вот... Или сколько ты хочешь, или назови свой любимый скин, ну вот что такое, назови, какую-то конкретику дай. Бородишка, можешь наглеть, я разрешаю. Ну, мне нравится новый М9. Что? Чувак! Брат, то есть ты реально хочешь М9? Это вообще жестко. М9 на самом деле это популярный какой-то ножик. Мне что-то еще нравится Фэнг Хаунд, он красный. Чувак, да, тебе повезло, тебе повезло. А у него есть такой ножик. 1200 голдишки. Египетская сила. Родной подписчик, у тебя есть запрос на этот скин? Голда есть? Сейчас посмотрю. К сожалению, у меня баланс 50 голды. Египетская сила! Ну почему у вас у всех нет голды? Ладно, давай, брат, давай так, давай так. Назови любую цифру от 1 до 1200. 600. Выставляй любой скин за 600 голды. Все, все по-честному. Все по-честному. Нифига ты придумал. А надо было до 6000, а 6000 на балансе. 600 сказал, алло. Ладно, ну за 600 хотя бы подари подписчику. Ну давай, давай, ну братва, ну сорян, я сам нищий. 575. 575, я иду тебе, точка. Так, это 600 голды, да? Да. Да, да, покупай. Блин, братва, покупай, давай. Я сейчас заплачу. Давай. Спасибо огромное. Спасибо огромное. А мне что ты дашь? Рот! Кентебук, ты хочешь, чтобы он дал тебе в рот? Да слышишь? Ну ты не наглеешь, мужик. Ой, чё, какие-то легкие задания тебе даю, да? Легкие? Ты чё, ненормальный? Давай пожестим немного. В смысле? А это что было? Купи 4 кейса. Так. Кажется, окей. Легко, да? Ну, но да. Каждый кейс должен быть дороже, чем предыдущий. Твою налево! То есть я покупаю фейбл. Стоп, ты хочешь выполнить мое задание? Да хочу, конечно хочу. У меня же так много голдишки. Сейчас всю я потрачу, как мечтал. Вот ты сейчас за 100 голды купил? Да. Один. Я не знаю. Минус 100 голды. Да не, а вот. Смотри, теперь ты за 100 голды купил, то теперь тебе минимум 101 на то, чтобы потратить. Хорошо. То есть, ну, это же на рыночке. Подожди, а я могу купить 5 скорпионов, и они будут дороже всех? Нет, дорогой мой, разные. А ты не уточнял, что разные? Может, я не хочу разные? А ты хочешь разные? Да, хочу. Это габелла. Два купил. А следующий какой? Райвел, получается? Райвел, по-моему, подорожевизне. Райвел, да. Ну, конечно, Райвел. Сколько? Ладно, нулька ты моя. 608.
Давай, давай быстрее, алло! Зашибись. Зашибись. Даю тебе шанс, смотри. Еще раз, если угадаешь, в какой руке. Давай, давай, только без наплана. Тогда, человек, тогда ты можешь не покупать. Готов? Давай, да, мужик, я очень угадаю. Давай. Вот тут, в ближайшем. Я верю, я верю. Опять? Опять верю. Ладно, да! Да! Повезло, родной. Ну ладно, можешь 3 открыть, хорошо. Фух, мужик, ну реально, мега было, ну 4 голдишки. Я забыл сказать, что выпадет за 0.03. Чтобы ты немножко не расстраивался. Ты хочешь признать, что выпадет за 0.03? Да, особенно вот эту рарку хочу. Давай, родной, за 0.03. Даже если выпадет нож, ты должен будешь продать за 0.03. Подожди, а я не могу найти. Это же было не статрек. Ну я продам потом. Давай продай этот дигл, пускай. Он, я думаю, дороже даже будет. Давай, продаю. 0.03. Слушай, ну такие скины мне нравится продавать. 2 голды, изи, катушка. Давай, сейчас тебе ножик выпадет, и мы посмотрим, как ты будешь разговаривать. Открываю. Давай. Скорпион Касси. Поехали. Let's go, bro. Let's get it. Да ты что? Опять мой любимый R12 Carbon. Сколько он стоит? Там же нано было вроде, если не ошибаюсь. 8 голды. Ой, как дорого, как же дорого. Ты же хочешь продать его, правильно? Конечно же. Конечно, хочу. А, чек, ты хочешь, чтобы я по попке хлопнул, а? Лёд по попочке твоей сладенькой, а? Ай, всегда мечтал-то! Да или нет, Алёнь? Ну, конечно, да! А у тебя трусы розового цвета? Да! Розового! Чувак, а ты стринги носишь? Ну, я не знаю, как они называются. Чувак, подожди, ты стринги носишь, да? Да! Давай открывай, родной. Погнали, метрули, блин, работаем. Ребят, хэштег не падает, хэштег. Тригамен. Хэштег неудача. P350 ралли. Ралли. Мы днями и ночами. Ралли. Папа каким-то кидало мне. Чувак, не, стой, ну далеко мотать, давай подадим лучше нож. Да нет! Ладно, давай легендарку. Ты же хочешь продать? Ну давай, конечно, хочу. Далеко мотать. Ох, 17 голды, ничего себе. Продал. Может, задавать это гифтбокс, купим гифтбокс? Не-не, не пугай меня! Ладно, я очень хочу, но потом. Хочу потом задонатить. Заходишь в закладочку бомбочки. Бимбочки нашей родной. Бимбочки. Заходи. Ну да, пока зашел. Пока грузится. То есть, как я понимаю, тебя можно делать так поменьше. Вот так, да? Слышь! Не, ну чтобы было видно все, ну подожди. Слышишь? Я сейчас тебе стал. Так, ну. Все максимально просто. Давай. Каждый раз, когда тебя киляют, ты продашь нож за 0.03. Что? Ты хочешь это сделать? Каждый раз, когда будешь погибать. Я за команду нубов сошел. Каждый раз, когда будешь погибать, ты продашь нож за 0.03. Зашибись. А, и рандомно. То есть там можно даже керамид голд. А, прикольно. Прикольный тамада и челлендж интересный. Чувак, почему такой маленький, алло? Ну, кого родился? Чувак, это трендец. Не все же большие. Ладно, мужик, подожди. А сколько мне надо? Сколько мне надо играть? А, ну давай пока я не скажу стоп. Чё? Ладно, я пошел, скоро приду, можешь сейчас. Смотри. Богдан играет по брейду. Смотри, куда залез, смотри, голова. У него тоже задание всегда говори. Да, он тоже ножи продает, он тащит. Стоп, назад, чувак, назад! Ты хочешь назад пойти? Да, хочу. Повернись налево. Кнопка, видишь? Это кнопка слева, это кнопка включает щиты. Сзади, куда-то пошел, алло. Ты кнопку где эта кнопка, я не вижу. Стрельни в красную кнопку. Да стрельнул, все. Все, ты читер. Смотри, жесткий прикол. Давай, родной, давай. Смотри, конечка! Смотри, я такой маленький, так смешно. Смотри. О, нифига ты не сдаешь, алло. Я сейчас издам. Слушай, ну я думаю, это easy win, не? По-любому. Чак, ты играешь, пока не скажу стоп. О, easy win, nice. А, я забыл еще же. Опа-па. Это фиаско. Сюда. Ладно, чувак, мне тебя жалко. Давай так, смотри. Если ты кого-то сейчас на нож посадишь, то я прекращаю это задание. То есть ты на нож посадишь. А мои тиммейта можно посадить? Братан, ну если ты сможешь их хильнуть, то давай. Я делаю 1 килл с ножа и все. Челлендж кончен. Да, и все, давай. А, флешка можно купить? Да, ну все, что хочешь. Серьезно? Но килл должен быть с ножа. Давай, родной, давай, let's go. Короче, let's go, let's get it. Так, ну-ка, давай! Ты что сделал? Это фиаско. Тиммейты подосрали. Как обычно. Давай, родной, у тебя еще шансы есть. А ты не забудь, если ты помнишь. Вот это жестко-то как! О! Давай,
надеюсь, он бот. Смотри, смотри. Нее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 
дать тебе еще один шанс. Да. Если угадаешь, в какой руке. Тогда заканчиваем, а то? Давай. Ё-моё! Дальше! То есть мне надо опять кого-то на нож посадить, окей, понял? Да, нож посадить. Давай, погнал. Чё, давай без флешки, на мужика. Просто хорошо, на мужика. На мужика. Тихонько. Let's get it down! Ааа, твой да! Да! Собрал! Как, чувак, ты это сделал? Это называется из киберспорт, реал киберспорт. Это называется лакер, давай выходи. Это называется лакер. Слоняра тут. Так, все, мне надо продать два ножничка, правильно? А ты хочешь 5 продать? Да блин, ну как бы сказать, хочу, ну попозже, попозже. 5 хочешь продать, да? Попозже, у меня меньше возможности только нет. Ладно, давай, два ножа. Стой, подожди, рандомный. Так это рандомный. Подожди, покажи, покажи, обратно нажми. Нажми, да. Какой рандомный, ты его сам выбрал? Да давай, это рандомный. Из инвентаря третий по счету. Из инвентаря третий по счету. Снизу, снизу пролистай. Давай. Ну я сейчас выберу, смотри, редко, редкость. Вот, редкость. И выбирай третий по счету нож. Раз, два, три. Тычки эйсит. О, нормально. Твою налево, стой, ты нечестно, алло. Там все, я продаю. Блин, ну все равно очень дорого. Ладно, чувак, давай так, продавай сразу две пары, нахрен. Что? Две пары за 0.3, давай. Ладно, окей. Ну, ну это дядя, это уже перебор. Пошел, пошел, давай, давай, сливай. Продаю, продаю, продаю. Раз. Валя. И второй, второй. И второй сразу продавай, давай, родной. Валя, я тебя очень люблю. Я твой рот труба шатал. Валя! Вот это Валя навалила. У Вали два ножа прилетело. Да, за 0.3, ты просто приставка, она потом расскажет. Подружка, два ножа за 0.3. Эх, чувак, что-то какая-то лажа начинается, слишком легко, в какие-то всего лишь ножи продаем. Мне кажется, мы должны с тобой покорить стендов, выпить госку. Выпить госку. Нет! Ну это ты слишком хочешь, дорого! Ты хочешь открыть Хэллоуин стикер почок? Нашли деньги, сотники. Блин, мужик, ты знаешь, сколько он стоит, как моя квартира, как моя жизнь? Подожди-ка, покажи, сколько он стоит. Ну-ка, покажи, покажи, покажи. Ну сейчас, сейчас я покажу. Хэллоуин стикер пак, ну-ка, ну-ка. 7К! Ай-яй-яй-яй-яй! Покупай! А, у тебя он есть! Есть, да! Нифига тебе повезло! Так может сразу два откроем тогда? Это была моя инвестиция, мою богатую жизнь! Чувак, ну, походу, ты, у нас понимаешь, мы сейчас убиваем Гудску. Понял. И это будет инвестиция в твою будущую жизнь. Но, смотри, ну сразу говорю, если выпадает аркана, мы продаем ее за 0.3. Блин, ну почему так жестко? А может я не хочу открывать? Давай! Давай, погнали! Ты хочешь открыть? Да. Все открывать? Ты скажи, я перхоть, я хочу открыть. Я перхоть, я хочу открыть. А зачем ты сказал, что ты просто должен говорить да? Ты же не должен был говорить, что я перхоть. Ты меня забайдил. Перхоть, давай открывай. Не, я говорю, за это, для того наказания, все пишем. У пинча 3 см. Хэштег у пинча 3 см. Подожди, у тебя 3 сантиметра, да? У тебя 3 сантиметра. У тебя 3 сантиметра, скажи мне. Да! Все, открываем. Ладно, все, банально. Ты в этой игре сразу проиграл. Можешь же буст сделать? Буст можешь сделать? Да, нет, только на рарке, на рарке. На рарке? Ты хочешь пропустить на рарке? Да, делай буст на рарке, зашибись. Ладно, все, я открываю. Все зависит от буста! Поехали! Поехали, прошу, прошу, прошу. Даже я надеюсь, что тебе выпадет... Нет! Ну почему? Там была легендарка, нет, это фиаско! Это фиаско, братан. Это да. Полный фиаско. Знаешь, а знаешь, почему фиаско? Я смотрю, какой-то слишком дорогой инвентарь. Надо дорогой? Ты посмотри, сколько у меня голды. Стоять! Стою. Начинаю продавать с первого. Видишь, первый самый? Шоу-гад, что такое? Ты на приколе? Он стоит 700 голды! 0.03 пошел! Бега! Ты серьезно сейчас? За 0.3 хочешь продавать? Там их мало! Давай, да. быстренько. За 0.3 реально продавать? Давай, 0.03, все, давай, родной, все, продавай, поехали, поехали. Давай, давай, слепой, родной, продал, давай! Продал!
крутой. Я нищий. Может, какой-то еще дешевый скетчик тебе продать? Пока, ну, знаешь, так сказать, не жестить. Да, у меня все дешевые. Five Seven вином, давай, Five Seven вином тоже. Арканочка. Давай, давай. 70 голды в никуда, ты нормальный? О, вай, 0-0. Ты после этого мне больше не друг, ты пенсия не друг. Кто? Скажи, я король? Король, да, ты король. Пенсия! Не, подожди, я тебе задаю вопрос. Ты король? Я король? Я король? Да. Я король? Да. Все, поехали, продаем. За 0-3. Продал! А за то, что ты сказал, что я король пинчей, заходи на керамбит гол. Что? За то, что ты сказал, что я король пинчей, заходи на керамбит гол! Нет! И ты серьезно сейчас? Если ты сейчас керамбит не продашь, я сейчас зайду сам и продам весь твой стойный. Все, я захожу. Ты знаешь, у меня есть... 100к голдишки, это 100к! Ты понимаешь? Запрос 0-3, ставь. Запрос 0-3. Давай. Запрос? Запрос? Ставлю запрос. Ты издеваться надо мной решил? Ты сказал запрос! Я продавай за 0-3! Понял. Все, продаю, продаю. Если ты хочешь продать, если ты за 5 секунд продать, ты продашь весь 5 секунд, продавай. Нет! Только не это! 4! Нет, нет! Продавай 3! Я продаю! 2! Один, наведи, готов! Навелся, готов! Да! Скажи мне, да, готов! Да, готов! Стой! Убери мышечку. Обосрался, скажи честно, да? Да, тут целая куча воняет, трындец как! Ладно, это было последнее задание, тебе повезло, тебя пощадил. Мне тебя жалко. Фух! То есть, все, закончено? Да. Ну еще можешь сказать разок, что ты пепа и закончили. Не, ну я не пепа, зачем мне такое говорить? Ладно, так что быть, прощайте. Подожди, ну ты в курсе, что когда будем снимать продолжение у тебя, я тебе не то что накажу, я тебе так же столько отомщу! Ты челюха отлетит. Ты меня понял? Что она показывает? Вот знаешь, тебе мой ответ, малышка, понятно? Ну что же, ребята, Сэм был самый несчастный, самый бедный ютубер в мире, Кента ПК. Пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий. Давайте так, я не знаю, вот эти 4к, что у меня остались на балике, я подарю вам в ТГ. Обязательно подпишитесь на мой канал. Ну а очень скоро я отомщу и накажу ТикТака. Всем пока-пока. Всем спасибо, всем пока. В Роддал приподнял.